Вашему вниманию представляется сушка, портативная сушка для подсушивания носков, перчаток. Для изготовления нам понадобятся сантехнические трубы, переходники и один вентилятор. Принцип действия: одеваем носки и перчатки, включаем вентилятор и получаем удовольствие. Перчатки, носки высыхают. Конструктивно не очень сложно. Для этого понадобится один поход в магазин и минут 5-10 свободного времени. Для этого нам понадобится один переходник с полтинника с 110 на 50, две крестовины, одна заглушка, два уголка 50 и 4 трубы. Соединяется очень просто. Подключаем вентилятор. Берем шнур от бра уже вместе с выключателем в розетку и все готово. Если вентилятор слабенький, трубы желательно взять 32. Если брать трубы 50, тогда желательно взять вентилятор помощнее, чтобы воздух нормально функционировал. Дальше одеваем носки. Одеваем перчатки и получаем сушку. Чтобы постоянно не выворачивать, а просушивать. Идея неплохая, так как носки, перчатки сушить на батарее не стоит, неопрен переведется, а с нынешним курсом доллара-евро это удовольствие достаточно уже дорогое, то этот вариант вполне приемлем. Идея не моя, на просторах интернета достаточно интересна.